Бытие. Глава 36. Вот родословие Исава, он же Эдом. Исав взял себе жен из дочерей ханаанских, Адду, дочь Елона Хитиянина, и Оливему, дочь Анны сына Цивиона Евиянина, и Васимафу, дочь Измаила, сестру Наваиофа. Адда родила Исаву Елифаза. Васимафа родила Рагуила. Аливема родила Иеуса, и и Корея. Это сыновья Исава – Родившиеся ему в земле Ханаанской, и взял и сав жен своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое Он приобрел в земле Ханаанской, и пошел в другую землю от лица Иакова, брата своего. Ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не вмещала их по множеству стад их. И поселился Исав на горе Сиир, Исав, он же Эдом. И вот, родословие Исава, отца Идумеев, на горе Сиир. Вот имена сынов Исава. Елифаз, сын Ады, жены Исавовой, и Рагуил, сын Васимафы, жены Исавовой. У Елифаза были сыновья Фиман, Амар, Цефо, Гафам и Кинас. Фамна же была наложница Елифаза, сына Исавова, и родила Елифазу Амалика. Вот сыновья ады, жены Исавовой. И вот сыновья Рагуила, Нахав и Зирах, Шамма и Миза. Это сыновья Васимафы, жены Исавовой. И сии были сыновья Оливемы, дочери Анны, сына Цевионова, жены Исавовой. Она родила Исаву и Иуса, и Еглома, и Корея. Вот старейшины сынов Исавовых, сыновья Елифаза, первенца Исавова, старейшина Фиман, старейшина Амар, старейшина Цефо, старейшина Киназ, старейшина Корей, старейшина Гафам, старейшина Амалик. Сии старейшины Елифазовы в земле Эдома, сии сыновья Ады. Сии сыновья Рагуила, сына Исавова, старейшина Нахав – старейшина Зирах, старейшина Шамма, старейшина Миза, сии старейшины Рагуиловы в земле Эдома, сии сыновья Васимафы, жены Исавовой. Сии сыновья Оливемы, жены Исавовой, старейшина Иеус, старейшина Иеглом, старейшина Корей, сии старейшины Оливемы, дочери Анны, жены Исавовой. Вот сыновья Исава, и вот старейшины их, это Эдом. Сии сыновья Сиира Хариянина, жившие в земле той. Латан Шавал, Цивион, Анна, Дишон, Эцер и Дишан. Сии старейшины Хареев, сынов Сиира, в земле Эдома. Сыновья Латана были Хори и Геман, а сестра у Латана – Фамна. Сии сыновья Шавала – Алван, Манахав, Эвал, Шефо и Онам. Сии сыновья Цивиона, Айя и Анна. Это тот Анна, который нашел теплые воды в пустыне, когда пас ослов Цивиона, отца своего. Сии дети Анны – Дишон и Аливема, дочь Анны. Сии сыновья Дишона, Химдан, Эшбан, Ифран и Хиран. Сии сыновья Эцера, Билган, Зааван и Акан. Сии сыновья Дишана, Уц и Аран. Сии старейшины Хареев, старейшина Латан, старейшина Шавал, старейшина Цивион, старейшина Анна, старейшина Дишон, старейшина Эцер, старейшина Дишан. Вот старейшины Хареев. По старшинствам их в земле Сиир. Вот цари царствовавшая в земле Эдома, прежде царствования царей у сынов Израилевых. Царствовал в Эдоме Белла, сын Виоров, а имя городу его – Дингава. И умер Белла, и воцарился по нем Иовав, сын Зераха, из Вассоры. Умер Иовав, и воцарился по нем Хушам из земли Фимонитян. и умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедадов, который поразил Мадианитян на поле Муава, имя городу его Авив. И умер Гадад, и воцарился по нем Самла из Масреки, и умер Самла – и воцарился по нем Саул из Реховофа, что при реке. И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора. И умер Баал-Ханан, сын Ахбора, и воцарился по нем Гадар, имя городу его Пау, имя жене его Мегитавиэль, дочь Матреды, сына Мезагава. Сии – имена старейшин Исавовых, по племенам их, по местам их, по именам их. Старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетев, старейшина Оливема, старейшина Элла, старейшина Пинон, Старейшина Киназ, старейшина Фиман, старейшина Мивцар, старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины идумейские, по их селениям в земле обладания их. Вот Исав, Отец Идумеев.